Хотите? Расскажу вам о любви. Но не о той, что страсть, разврат, беспутство, что разжигает нам огонь в крови и заставляет совершать безумство. Я расскажу вам о другой любви. Когда приходишь вечером с работы, а дома все родные, все свои, и за порогом скинуты заботы. Когда не нужно говорить слова, а можно к сильному плечу прижаться. Когда ты чувствуешь, что все еще жива, и смотришь ты с надеждой в свое завтра. Когда разбита вся карьера в хлам, подорвано здоровье, нет и веры, ты прикасаешься к родным рукам, и вновь становишься ты лучшей, первой. Такой любви желаю вам, друзья, чтобы всегда спешить домой с работы. Ее найти в единый миг нельзя, но можно вырастить с любовью и заботой.